25 января 1954 года родилась австралийская легенда, мореплавательница и первая в мире женщина, совершившая одиночное непрерывное кругосветное плавание, Кей Котти. 29 ноября 1987 года 33-летняя Кей отправилась в путь на своей яхте. Ей никто не помогал, в том числе и не доставлял припасы. Все свое путешествие, которое заняло 189 дней, Кей совершила в одиночку. За это время она ни разу не сошла на берег. Котти завершила свое плавание в Сиднее. В порту ее встречали десятки тысяч людей. Она установила сразу несколько мировых рекордов. Но дело не ограничилось рекордами. Кей своим путешествием собрала на благотворительность 1 миллион долларов. Смелая женщина получила награду «Австралиец года».